А вот как вы полагаете, вообще у Путина высокая поддержка все-таки или нет? Да, она объективно высокая. Путинская мифология выглядит так. Откуда его легитимность берется? Вот было плохо, там все развалили какие-то нехорошие люди. Вот я пришел, Россия встала с колен, все заколосилось, там все хорошо. 25 лет держится на том, что в стране, по сравнению с 90-ми, да, действительно стабильность, безопасность. Есть только одна проблема. Большая стабильность и безопасность явно закончились. А иллюзии, они у русских людей рассеиваются... Сложно. Люди как бы надеются, что все будет как раньше, а как раньше уже не получится. И вот, собственно говоря, рейтинг Путина, конечно, будет сейчас стремительно уменьшаться. Это очевидно абсолютно, потому что иллюзии стабильности и безопасности закончились.